Давайте нашу розмову розпочнемо із заяв Путіна. Він пригрозив нібито втягуванням НАТО у війну проти Росії на тлі можливого зняття обмежень на удари далекобійної зброї по Російській Федерації і обіцяв відповідь. Скажіть, будь ласка, от тепер, коли, уявімо, так, відповідні удари будуть нанесені, доведеться йому тоді бити по країнах НАТО, як ви вважаєте, в нього вже не буде місця для маневрів? І тоді, якщо так станеться, то тоді наслідки для Путіна, які будуть катастрофічні? Ну, дело в том, что он это уже 649-й раз обозначает, артикулирует этими угрозами, и ничего не происходит. Ну, как он втянет НАТО в войну, если НАТО полностью участвует в боевых действиях, как минимум своим вооружением еще с 2014 года? Как он еще их больше будет втягивать? Нападет на натовскую страну, ну, отгребет сразу до Урала, как минимум, обнулят ему, выключат свет в банке, я бы так сказал, НАТО. Потому это так больше, наверное, для внутреннего российского потребления. То есть ему светит ему в ближайшее время не один десяток ракет, типа Stormshadow Scalp. А так там, я так понимаю, не будет. Байден чтит договор с Путиным и до его уже окончания каденции, естественно, этот договор не нарушит. Ну, Байден, по крайней мере. Ну, а Британии, Франции, здесь эти договора до лампочки, я это понял. Но так как все-таки Storm Shadow и Scalpe завязаны на систему позиционирования, на спутники американские, то, естественно, Байден как-то вставил палки в колеса разрешением этим, которые уже месяца три как минимум есть, работать по путинской России, по военным объектам. Но, скорее всего, надавили все-таки Конгресс, надавил на Байдена, на всю эту обамовскую свору. И, я думаю, в ближайшее время Storm Shadow и Scalpe пойдут по российской территории. Естественно, Путин это проглотит так же само, как проглотил до этого десятки разных видов средств поражения, которые уничтожают российскую военщину. В Украине, за Украиной, по российской территории. Ну, то есть мы же видим эту работу. Причем да, довольно-таки устойчивую. Опять же, та же американская, допустим, американская спутниковая система, которой они сейчас не дают, по крайней мере, работать с Storm Shadow и Scalpe. Так, а наши ракеты и наши беспилотники, а как, по какой системе летят? По американской, работают по российской территории. Это же не прямое управление дронами. Они идут по GPS-навигации, по американской. То есть здесь вообще-то очень много таких вопросов, но здесь больше вопросов не к Путину, с ним все понятно, а вопросы к Белому дому. Вот здесь читайте, здесь не читайте, здесь пишите, здесь рыбу заворачивали. Ну, слишком много уже таких контроверсивных, противоречивых заявлений со стороны Белого дома и полное отсутствие действий как таковых. Но я думаю, в конце концов проломят Конгресс, проломят британцы, французы, проломят эту стену байденовско-путинских договоренностей, и мы получим для работы эти ракеты. Ну, Путин ничего не сделает абсолютно, никак он никуда не втянет. Еще раз утрется, оботрется, спустят его в унитаз натовцы, по крайней мере, британцы с французами. Они же Россия для них абсолютно ничего не значит. Это полностью самодостаточные в оборонном отношении страны, что Франция, что Великобритания, производят все, начиная от подводных лодок и заканчивая своим ядерным оружием. Вот надо с такой страной становиться, и тогда никакая ни путинская, ни постпутинская, ни разваленная Россия не будет оказывать никакого давления на Украину. Это и будет восстановлением суверенитета, и тем более территориальной целостности государства. Романе Григоровичу, для нас, в принципі, не важливо, чи атакамси будуть це, чи Storm Shadow, чи французькі скальпи. Тут важливий момент – це далекобійність. Так, і з вашої точки зору, навіть якщо ми їх отримаємо, ці дозволи, тоді тут знову питання в кількості, і що це змінить? Ну, ви правильно говорите. Навіть після отримання розрішення, нам важливо розуміти, скільки у нас ракет буде, щоб працювати. Можна отримати розрішення і не отримати ракети, буде все, як зараз. Нечому будет просто лететь. Потому важно, конечно, количество ракет, которые нам могут передать. В принципе, исходя из общего количества, это может быть до сотни ракет. То есть десятки ракет, но где-то до сотни. Это, конечно, не будет каким-то там геймченджером для выполнения боевой задачи. Ну, по крайней мере, на глубину в 200 километров доставит много неприятностей российским
российским тылам. Опять же, дальность этих ракет 250 километров. Ракеты сбрасываются с самолетов, Су-24. У нас их немного, этих самолетов. То есть ими рисковать тоже сильно никто не будет. Ну, грубо, они заходить на территорию России вряд ли будут. А значит, будут сбрасывать где-то километров за 50 до линии границы, до линии фронта. А дальше ракета еще километров 50 пройдет по нашей территории, 200 километров зайдет на глубину России. На российские тылы. Сейчас россияне практически все самолеты уже убрали. Значит, уже по аэродромам мы не отработаем. Байден как раз дал возможность россиянам, пока вот это сопли жевал с разрешениями, дал возможность россиянам убрать авиацию за пределы поражения именно этих ракет. Атакамсы мы вряд ли получим для работы по России. Причем в последнее время атакамсов вообще не видно, чтобы они где-то работали. Вы вспомните, когда последняя ракета шла на Крым. Неделя, то и месяца назад, то есть здесь сразу и не вспомнишь. Есть вопросы и по атакамсам как таковым, не только по разрешению, а по самим ракетам. Я думаю, их было передано какое-то малое количество, мы их отработали, и больше их просто нет на данный момент, и я не думаю, что нам Байден их передаст до конца каденции. То есть это уже видно, эта стена байденовских отношений с Путиным, через которую мы уже вряд ли пробьемся. Да и нет смысла тогда их пробивать. Надо здесь больше на свое производство сейчас уповать. Те же «Громы», те же «Поляныти», которые у нас могут быть, только надо масштабировать. Те же беспилотники в больших количествах. Мы это уже можем, в принципе, делать. У нас уже запущены некоторые позиции. Их также надо финансировать, масштабировать. То есть здесь, наверное, больше уже надо на свое производство обращать внимание, чем на американское. Европа нам в этом смысле однозначно поможет, особенно Франция и Великобритания. Ну, за себя не надо забывать. Ви говорите про глибину у 200 кілометрів. Скажіть, будь ласка, тоді чи можна як результат зробити висновок про те, що ситуація у прифронтових регіонах із ось цими обстрілами ракетними, так вона може покращитися завдяки ось цим дозволам? Нет, уже нет. На данный момент россияне уже вывели самолеты за 300-километровый рубеж. А это значит ни Storm Shadow, ни Скалпы, ни Атакамсы даже, они уже до них не достанут, до этих самолетов. Для того, чтобы не дать возможности россиянам сбрасывать КАБы, у нас в основном проблема сейчас от КАБов, это надо разворачивать систему противовоздушной обороны, триаду подтягивать. Вариантов других просто нет. F-16, который сможет работать по Су-34, а если подтянуть еще Патриот, который прикроет F-16 от ракет российской ПВО и от ракет уже самих истребителей, которые будут прикрывать Су-34 бомбардировщики, подтянуть летающие радары, допустим, те, вот, которые нам шведы передали, для того, чтобы увеличить дальность контроля F-16, чтобы мог отработать он, по крайней мере, по российским самолетам. Вот тут только это, только авиационная компонента. Вариантов уже просто других не осталось. А Байден сделал все, чтобы ни одного самолета Россия не потеряла от ударов в глубину противника. А эти 200-километровая зона, которую могут достать Storm Shadow и Scalp, скорее всего, удары будут наноситься по местам остаточных рассредоточенных складов россиян. Они еще есть там. То есть их больше, их вывести быстро там не получится однозначно. То есть и выстрелить у них не получится. Железнодорожные определенные развязки, которые дают возможность россиянам подвозить технику. Логистика практически вся, она может быть под ударами этих ракет. То есть мы им тылы немножко прошерстим, это снизит давление на наши войска на линии фронта. Вот это будет, да. А вот убрать КАБы с воздуха можно только воздушными средствами. У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про підготовку НАТО до силового примусу Росії для переговорів із Україною. Мовляв, країни НАТО розробляють цілий план відправити свої війська в Україну і або змусити тоді сісти Росію за стіл перемовин на умовах Києва. Зокрема, про це говорив заступник міністра оборони. І говорять, що це є небезпечною грою, що може призвести до зіткнення ядерних держав. Роман Григорович, в принципі, ми пам'ятаємо всі ці заяви Макрона, так і неодноразово ми про це з вами говорили в ефірі. От на даний момент, враховуючи, що і курська операція, так в нас з'явилася, що раніше взагалі, якби, можливо, так і не розглядалося. Але, тим не менше, війська НАТО
це може стати реальністю чи ні? І якщо вони будуть тоді знову ж таки присутні, то тоді якщо це буде як якась тоді гарантія безпеки, якщо ми говоримо в контексті ось цього перемовного процесу, чи як? Війська НАТО в Україну в великому кількості не зайдуть на виконання бойових задач. Війська НАТО в определенном, може бути, сегменті можуть бути заведені в качестві підрозділення обеспечення. Там авіації, ракетної техніки, ремонту, ну і так далі, тому подобне. Но це не усилення наших фронтових частей. Тобто вони туди точно не пойдуть на линию боевого соприкосновения, потому по большому счету они не смогут опять же быть тем же геймченджером и тем более как-то угрожать России или там усаживать ее за стол переговоров. Да россияне аж трусятся за него усердно. Это ж их задача. Их задача с 2014 года на переговорах мирных откусить часть Украины. Они откусили в 2014 году по Минску один. Часть Донбасса, им стало мало, они его переживали очень быстро, подтянули войска. В 2015 году Минск-2, это все Порошенко организовал. Опять же, стол мирных переговоров, мы потеряли большую часть, то есть большую часть Донбасса в 2015. В 2022 году, а это же россияне трусились усесться на переговоры в Беларуси, они потом топтались, а потом их потянули израильтяне, этот Беннет с Абрамовичем, потянули их в Стамбул. И там они также выдавливали с нас, опять, что выдавливали? Нашу территорию. Россияне заняли, завтра было, они сегодня сядут за стол переговоров, чтобы остановить боевые действия, и мы отдали им оккупированную территорию. За это Китай, за это Бразилия, все эти мирные, все эти Орбаны, это же как раз вот с этой целью и протягиваются так мирные инициативы как таковые. Потому немножко непонятно, о чем говорят наши иногда наши партнеры. Выполнить какие-то боевые действия, чтобы россияне усели за стол переговоров. Да они уже сидят там. Уже 11-й год сидят, ждут, пока мы сдадимся, пока мы придем за этот стол переговоров и сдадим свою территорию, подпишем капитуляцию. Дело в том, что условия переговоров какие? То есть, если российские войска остаются на нашей территории, это капитуляция. Даже сами переговоры, пока российские войска на нашей территории, это капитуляция уже, априори капитуляция. А предложить россиянам выйти с нашей территории, они на это не согласятся. Ну, то есть, уже там больше полумиллиона погибших у россиян или там 300 тяжелых, они однозначно не выйдут. Потому все эти разговоры, непонятно для чего они вообще нужны. Что-то прикрыть, прикрыть капитуляцию Украины, чтобы голову не оторвали этой делегации канцелярских крыс, которая пытается Украину сдать еще с 22 года. Ну так не получится, оторвут же все равно 100%. Хоть один, хоть клочок украинской территории будет сдан, однозначно без голов все эти канцелярские крысы останутся. Ребята вернутся с войны, однозначно их найдут, где бы они, куда бы они ни спрятались. То есть это нереальная тема. Россияне на это, еще раз повторюсь, на это не пойдут. Потому для чего это сотрясание воздуха немножко непонятно. То есть что-то хотят прикрыть, как всегда. Либо свою какую-то недостаточность по разным позициям, либо наши какие-то проекты непонятные, для чего они поднимают. Потому нет смысла на это обращать внимание. Не сдадим мы Украину. Ни одного метра квадратной территории Украины никто не сдаст. Механизма такого просто не существует. Янукович уже сдавал Украину в 2013-2014 году. Он же по его письму были приглашены российские войска в Крым. То есть он и Крым сдал практически. Там, понятно, Турчинов, так сказать, подыграл Януковичу тогда, вывел войска украинские из Крыма. Но Крым сдавал Янукович. Ну и сильно он его сдал. Но он до сих пор Крым в составе Украины, и это международные границы. Потому все эти разговоры ради разговоров больше ни о чем. Романе Григорович, але коли ми говоримо все-таки із прив'язкою так, до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, аналітики говорять, що все одно це є дуже важливим фактором. Так, от один від напарник Трампа і кандидат у віце-президента, він заявив, що Трамп, коли прийде до влади, то якщо він у разі його перемоги, то він зробить демілітаризовану зону в Україні і буде вимагати як відмову від НАТО з боку України. Він каже, що ця запропонована демілітаризована зона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися
знову. Він не уточнив, хто її контролюватиме, але сказав, що поточна лінія розмежування залишиться, що означає, що Україна не поверне собі територію, яку зараз окупує Росія. Якщо ми розглядаємо гіпотетичний сценарій, якщо так, ну власне буде полягати саме в цьому пропозиція і план Трампа, тоді це означатиме крах України. Ну, перше, це не Трамп, не план Трампа, щоб ми чітко розуміли. То есть это умозаключение человека, который далек абсолютно от поля боя, далек от реалий юридических некоторых тонкостей, не знает о том, что у нас путь в НАТО забит в Конституции, в Евросоюз. То есть нет механизма отказа от НАТО, от внеблокового статуса. Изменение Конституции нереально просто. Потому что почему? Потому что во время боевых действий изменения запрещены в Конституцию. Ну и две сессии за полгода провести, чтобы изменить Конституцию, это просто нереально. Они не найдут голосов для этого. А это же конституционное большинство, больше 300 голосов должно. То есть есть механизмы, о которых можно говорить, как о реальных, о технически реальных. Нет смысла сейчас говорить о том, что там полетим завтра на Венеру. Ну не полетим, а как бы не хотели. Даже на Марс Маск он собирается, тоже завтра не полетит. Нет технической возможности. Вот такой же самой технической возможности нет отказа от НАТО как такового. Это раз. Второе, нет возможности отказа от наших территорий. А вот нет механизма в передаче наших территорий России. Его просто не существует. Прописать его практически невозможно. С юридической точки зрения. То есть это тоже нереально. Потому честно сказать, вот такие заявления человека, который полностью оторван от реалий, ну, ни о чем. Это и тем более это не план Трампа. Вот если уже надо смотреть на Трампа, если его видеть, допустим, будущим президентом, это надо смотреть на Помпео. Он будет у него заниматься, у Трампа Помпео будет заниматься внешней политикой и европейскими делами. А Помпео в этом смысле, он в принципе уже артикулировал восстановление территориальной целостности Украины. Там нет абсолютно никаких видений других, согласно уставу Организации Объединенных Наций. Потому можно проговорить только как один из вариантов того, что помощник или там вице-президент Трампа, если он будет президентом, он вот такое мнение на данный момент имеет. Какие действия будут проводиться после переизбрания, ну, они совсем не будут коррелироваться с теми заявлениями, которые сейчас говорится. Технически все, что предложил этот человек, оно невозможно, абсолютно невозможно, то есть провести такие предложения, как таковые. А Трамп, если его выберут американский народ, ну, как минимум, начнет с уменьшения цены на нефть. Это первое, что он начнет делать, увеличивать добычу нефти, именно американская, разблокирует определенные запасы нефти, и она подкатится вниз, где-то долларов до 60, до 40. А это уже придавит Россию. Уже Россия будут бегать, запрашивать не так территорию Украины, как попытку вырулить ситуацию по экономике. У них это будет проблема. Трамп же, в концов, это не так политик, как Безнесюк, причем из таких жестковатых. Он эти вопросы будет, если будет решать, он будет вопросы решать с помощью экономики, а не с помощью там каких-то предложений или допустим, давления какого-то военного. Іван Григорович, відомо, що Шойгу прилетів до Кім Чен Іна. Як ви вважаєте, за чим прилетів? Що проситиме? Що той може йому дати? Ну, однозначно они будут как-то... Сейчас все эти полеты друг с другом, вот посмотрите, то Моди летает к Путину, потом в Киев, потом представитель Моди летит опять в Москву. Они все пытаются передоговориться. И Шойгу полетел в Китай с той же самой идеей, какие механизмы, где они там могут где-то поступиться, где-то надавить. Будут пытаться сейчас китайцев Си Цзиньпиня уговаривать, чтобы он надавил на киевское руководство, вывести войска с Курской области. Однозначно это сейчас будет. То есть вот эти политические моменты, которые будут решать. Наши тут тоже собираются к Си Цзиньпиню на поклон лететь, потому что по-другому Си Цзиньпинь никого ж не принимает, только с поклоном. То есть это сейчас возня идет, политическая возня, которая в конце концов ни к чему не приведет с точки зрения капитуляции Украины. Капитулировать Украина точно не будет. Как бы они там что ни хотели придумать, это просто технически невозможно.
Китай может сейчас, Шойгу быть еще в Китае, Китай может поставить на данный момент то, что не хватает россиянам, и они это видят прекрасно, через полгода у них будет такая серьезная нехватка в технике. Я думаю, Шойгу будет запрашивать у Китая механизмов поставки китайской техники, пусть через прокладки, еще как-то в Россию, потому что они столкнутся на начало года, на весну, так это точно, столкнутся таким катастрофическим недостатком боевых бронированных машин. Они выйдут на нулевые складские остатки, не знают, это прекрасная война, это математика, они не вытягивают производство, не вытягивают, потому им надо дополнительные, не так боеприпасы, как именно техника, дать достаточное количество техники. России сейчас может только одна страна, это Китай. Шойгу, скорее всего, там из-за этого. Давайте говоримо і одну із законодавчих ініціатив. Відомо, що до Верховної Ради включили законопроект, який передбачає тотальний відеонагляд за громадянами з розпізнаванням обличчя та доступом до всіх можливих даних людини, нібито для забезпечення публічної безпеки. Система відеомоніторингу буде безперервно записувати звук та відео в громадських місцях, на підприємствах, закладах освіти і охорони здоров'я, зберігаючи дані протягом 15 років. А розпорядником цієї системи стане МВС. Скажіть, будь ласка, ось такий тотальний відеомоніторинг, він, ну, в принципі, які ризики несе? Як ви ставитесь до цієї ідеї? Ну, це фінальний акорд в організації концлагерів України. Причому то, що цей фінальний акорд буде від Міністерства внутрішніх справ, це і було зрозуміло з самого початку. Тобто, після того, як буде введений тотальний моніторинг, це, вважайте, ми отримали такой серьезнейший концлагерь, причем Министерство внутренних дел будет выполнять роль наглядачив, по-русски не знаю, как это перевести. То есть они пытаются сейчас усидеть, во-первых, усидеть и не быть разрушенными Министерство внутренних дел, и, естественно, взять на себя роль такого палача, наглядача внутри страны для того, чтобы управлять процессами. Это очень тяжелое для Украины будет решение, если Верховная Рада его пропустит. То, что МВД уже не должно существовать еще с 2014 года, это было понятно в 2013-м на Майдане. Это было понятно, что Министерство внутренних дел надо реконструировать как-то, а лучше, конечно, разгонять. А сейчас это уже понятно. Его не должно быть. Оно должно быть полностью аннулировано. Там есть несколько направлений в Министерстве внутренних дел. Собрал его АВАКа в свое время, монстр, мы сколько раз об этом говорили. Создали национальную полицию, в ней около 100 тысяч человек находятся. Они управляют практически всем процессом внутри страны. Им как раз этот мониторинг абсолютно не нужен, у них другие механизмы. И при развале МВД надо однозначно разваливать и аннулировать его полностью, то есть ликвидировать как министерство, как это сделал в свое время Михаил Саакашвили в Грузии. То есть полностью его на ноль, нацполиция вытянет, 100 тысяч человек вытянут, и можно передать из МВД, допустим, тех же пожарников, я так их называю, там МЧСники бывшие, но это они в паре работают неплохо, потому их туда можно перевести, нацгвардию, и нацгвардию надо переводить однозначно в подчинение. Это тоже МВД. В подчинение вооруженных сил Украины, пограничников это 100%, службу безопасности возвращать обратно. То есть погранцы, они должны работать в системе службы безопасности Украины. Остается там несколько служб еще. Это Минюст, скорее всего. То есть там есть службы сервиса автомобильного, есть миграционная служба. Это все можно в Минюст и, по большому счету, забыть за Министерство внутренних дел. А сейчас руководители главка МВД вот пытаются усесть на тотальный контроль в концлагере Украины. Тотальный. Это 24/7 всех граждан Украины. Нельзя это делать ни в коем случае еще в воюющей стране и вообще в стране, которая пытается выйти из-под контроля старого советского управления. МВД – это как раз пережиток советского прошлого, так называемого. И вот его надо давным-давно на ноль помножить. Почему это еще опасно? Особенно опасно это патриотам. Особенно опасно это вооруженным силам Украины.
Почему? Потому что в 2014 года видно, как эти менты донецкие, это я на себе, на своей шкуре испытал, донецкие менты, зная, где кто живет, зная, имея на каждого серьезные, так сказать, документы по их политическим взглядам и по отношению к Украине как к независимому государству. Вот меня в Донецке в 2014 году сдали два мусора. Донецких мусора сдали грушникам Бородея. Попал в изоляцию. Там были свои проблемы в самой изоляции. Вопрос именно к МВД. То есть они сдают. Они сдали в 2014 году Крым и Донбасс. Это менты сдавали. И Крым сдавали менты, и Донбасс сдавали. В 22-м году тысячи ментов перешли, там РОВД переходили, вернее, отделениями переходили на сторону противника. Они до сих пор работают сейчас на врага, но они же не просто так переходят, они переходят со всеми данными на всех политиков, на всех то есть военных, ну, естественно, патриотов Украины. А сейчас, если будет такой тотальный контроль, да еще с привязкой к местности, так это даже сильно передавать эти папочки не надо, они просто сольют файлы. А даже если не сольют, российские хакеры к ним будут иметь доступ, а это в том числе и ФСБ, КГБ и так далее и тому подобное. Это нельзя ни в коем случае допускать. Причем именно такой подход может сорвать сейчас еще один Майдан. Я так думаю, что как раз главк Министерства внутренних дел и добивается сейчас Майдана очередного с противодействием этому закону. Он может быть однозначно. Не дай бог, конечно, если он будет еще опять с гранатами, летящими в Верховную Раду. Это уже было, помните, когда Порошенко пытался просунуть через Верховную Раду особый статус Донбасса, полетели гранаты. Сейчас могут полететь дроны, сейчас могут полететь РПГ, выстрелы и так далее, и тому подобное. Что угодно может полететь. То есть вот МВД может сорвать сейчас вот такой Майдан. Потому если у кого-то, у горячих голов возникнет необходимость выйти на Майдан, так требовать надо ни в коем случае там ни с гранатами, ни с выстрелами. Требовать надо даже не закона. Закон, само собой, его на ноль надо отминусовывать. Требовать надо конкретного обнуления Министерства внутренних дел. То есть его не должно быть. Требовать от власти, требовать от исполнительной власти, законодательной власти. Вот этот вопрос не дорешали. Аваков вместо того, чтобы создать новую структуру и развалить старую, он создал новую нацгвардию, но МВД оставил. И вот МВД, этот монстр, сейчас пытается опять накрыть Украину, создавая концлагерь. Вернее, концлагерь уже создан. Вот этот закон – это последний штрих в этом концлагере, который, понятно, подает Министерство внутренних дел. Роман Григорович, традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, Україна та Росія стали економніше використовувати танки, тому що їх можуть уразити дешеві дрони? Однозначно, конечно. Сейчас используется техника, боевые бронированные машины только при таких экстренных случаях. Ну, мы пока находимся в основном в обороне, потому у нас техника в глубине находится. А россияне в основном сейчас работают живой силой. Иногда используют технику на коротких дистанциях. Вот под Курахавой они технику используют, а в районе Покровска нет. Там в основном живые штурмы, так называемые, ну, пока еще живые. Потому FPV-дроны однозначно решили, ну, перевели на новый уровень боевое соприкосновение в районе линии фронта. Намір МВФ відновити співпрацю з РФ – це внесок буде у війну Путіна? Конечно, они ж не могут без него. То есть они сейчас пытаются обратно вернуться к ресурсам российским, к определенным внесенным в российскую экономику средствам и пытаются ими как-то поуправлять. И это такой удар в спину нам. Надо понимать, МВФ – это еще одна структура типа ООН, типа ОБСЕ, типа Красного Креста, того же МАГАТЭ, МУСА, кстати. Это ненужная абсолютно структура, которая больше вреда делает, чем пользы. Ну, для нас, по крайней мере, так это точно. А сейчас возврат
в Россию Международного валютного фонда, это такая подножка Украины. Почему? Потому что они будут стабилизировать российскую экономику. То есть МВФ как раз в этом и будет участвовать. Почему? Потому что те страны-доноры и те структуры, которые напитывают МВФ деньгами, они уже давным-давно в российской экономике присутствуют напрямую. Они будут пытаться спасти свои финансовые вливания. F-16 еще зроблят прорыв у цій війні? Количество. Тут варианта нет. Должно быть выполнено два условия. Количество самолетов должно быть не менее сотни. Это минимум, так лучше 120 где-то. И средства поражения должны быть. Сами самолеты, ну вот как сейчас у нас, пара самолетов летает за Воробьянь. То толку с этих самолетов, если нет джазмов, допустим, ракет крылатых, которые могли бы работать по глубоким тылам противника, они даже подойти не могут к линии боевого соприкосновения, потому что нет Патриота, который должен с ними быть, F-16 работает в триаде, и нет еще летающих локаторов, которые могли бы дать увеличенную дальность летчику F-16, чтобы он видел хотя бы километров на 300 через локатор летающей системы. То есть F-16 однозначно сделают, если будут вот эти условия, о которых я говорю.